союзник мой, моя сила. Могучий союзник это. Жизнь создает ее и растит. Энергия ее окружает нас и связывает. Созданы из света мы, не из материи грубой. Темная сторона силы открывает путь к таким способностям, которые кое-кто считает неестественными. Джедай не выдумка? Сам когда-то в это не верил. Думал, это так, бред сумасшедшего. Про великую силу, что сводит воедино добро со злом, а тьму со светом. Про силу джедаев. Все правда. А знаешь ли ты, что республика сейчас находится под властью темного владыки ситхов? Нет, этого не может быть. Джедаи, вы знали об этом? Темная сторона силы затуманила их зрение, друг мой. Сотни сенаторов находятся под влиянием владыки ситхов. Его зовут Дарт Сидиус. Республика будет реорганизована! Нами в первую галактическую империю! Вот так свобода и умирает. Под гром аплодисментов. Грядет испытание нового оружия. Скорее, орудие невиданного масштаба. Новую звезду смерти. А нет, гораздо серьезнее. Я нашел точку сосредоточения великой силы. Пророчество, приводящим в равновесие разные стороны силы? По-твоему, это тот мальчик? Из людей только я, ваш Укар. Уровень мидихлорианов в его клетках выше, чем у любого другого существа. Этот мальчик опасен, и все это чувствуют, кроме вас. Всегда найдется рыба крупней. Эти видения твои... Они сулят боль. Помоги же мне! Смерть. Что мне делать, магистр Йода? Отпустить ты должен скорее все то, что ты потерять боишься. Случилось нечто чудесное. Энни, я беременна. Это же просто прекрасно. Я в силах спасти твою любимую! Ты должен выбрать! Я сделаю все, чтобы... Скажите, только спасите Падме от смерти. Я не могу жить без нее. Великим ситхом ты станешь. Отныне ты будешь носить имя Дарт Вейдер. Я клянусь в верности вашему учению. Я не хочу потерять тебя, как потерял мать. Я обретаю могущество, которое ни одному джедаю и во сне не снилось. Ради тебя. Не разбивай мне сердце. Ты стал на путь, который я не могу принять. Если ты не со мной, значит, ты мой враг. Ты восстановил ее против меня! Это сделал ты сам! Лишь наше сопротивление способно пошатнуть империю. У нас есть надежда. И она в сердце любого восстания. Как умер мой отец? Один джедай по имени Дарт Вейдер. Мой ученик перешел на сторону зла.
Он помог империи выследить и уничтожить джедаев. Он предал и убил твоего отца. Теперь джедаев почти не осталось. Вейдера тогда соблазнила темная сторона силы. Еще до темных времен. Времен империи. Он был хорошим другом. Ты стал могучим джедаем, я и не надеюсь стать таким. Оби-Ван не сказал, что случилось с твоим отцом. Он многое сказал! Ты убил моего отца! Нет. Я твой отец. Люк. В нем есть добро. Я знаю. Оно в нем есть. Владыка Вейдер, ты слышишь меня? Да, учитель. А где Падме? Она цела? С ней все в порядке? Похоже, что ты убил ее в гневе. Я? Я не мог. Она была жива, я чувствовал. Это невозможно! Прислушайся к своему сердцу, и ты поймешь, что это правда. Ты помнишь свою мать? Свою настоящую мать? Немного. Я была маленькой, когда она умерла. Она была красивой, доброй, но печальной. Почему ты спрашиваешь? Он мой отец. В отце осталось добро, я чувствую это. Если ты не перейдешь на темную сторону, тогда, возможно, она перейдет. Нет! Тебя могучим. Теперь исполни предначертанное. Останься со мной вместо своего отца. Никогда. Я не перейду на темную сторону. Вы проиграли. Я джедай. Такой же, каким был мой отец. Ты пожалеешь, джедай. Твои навыки не идут ни в какое сравнение с мощью темной стороны. Заплатишь мне за свое непонимание. Ты был избранником! Предрекали, что ты уничтожишь ситхов, а не примкнешь к ним! Я сделал это тебе, чтобы ты помнил меня. Он приносит удачу. Он красивый, но я и так буду помнить о тебе. А сейчас, Скайуокер, ты умрешь. Ты был мне братом, Энакин! Я любил тебя!
Я буду самым могущественным из джедаев. Помоги мне снять эту маску. А ты умрешь. Этого теперь не избежать. Хоть раз дай мне посмотреть на тебя своими глазами. Любишь его? Да? Да. Хорошо. Все ясно. Хорошо. Это совсем не то, что ты думаешь. Он мой брат. Оставь меня. Нет. Ты пойдешь со мной. Я тебя не оставлю. Я спасу тебя. Ты уже спас, Люк. Ты был прав. Ты был прав насчет меня. Скажи сестре, что ты был прав.